всем родителям, чтобы у вас в жизни было как можно больше вот таких минут в жизни, когда вы гордитесь своими детьми, потому что дороже этого нет ничего. Когда здоровы, успешны наши дети, счастливы и мы, родители, и преподаватели, конечно же. Благодарственное письмо вручается родителям Попова Вячеслава. Уважаемые Ольга Викторовна и Иван Геннадьевич, выражаю вам глубокую признательность за хорошее воспитание вашего сына Попова Вячеслава, за проявленный интерес не только к его учебной деятельности, но и к жизни школы. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, успеха в труде и дальнейшем воспитании вашего ребенка, показавшим себя способным преодолевать любые трудности, побеждая достойных соперников и показывая великолепные результаты. Его победы и достижения – это наша общая радость и награда. Благодарю за отзывчивость, сотрудничество и взаимопонимание. Благодарственным письмом награждаются родители Новиковой Софии, Татьяна Сергеевна и Олег Николаевич. Благодарственным письмом награждаются родители Рой Константина, Татьяна Александровна и бабушка Наталья Александровна. Благодарственным письмом награждаются родители Ситниковой Стефании, Людмила Александровна и Алексей Николаевич. Таким же благодарственным письмом награждаются родители Морозовой Эвелины, Елена Владимировна и Николай Владимирович. Мама Семидоцкой Александры, Ольга Владимировна. Благодарственным письмом награждаются родители Рева Марии, Юлия Юрьевна и Андрей Владимирович. Вместе пришли. Благодарственным письмом награждаются родители Рой Киры, Наталья Георгиевна и Антон Александрович.